Итак, сегодня министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин посетил один из современных многофункциональных центров. На Карамзина 25 открылся 2 года назад. Сейчас жители всего Свердловского района приходят сюда оформить самые разные услуги, зарегистрировать ребенка, поменять паспорт, получить водительское удостоверение или справку, либо подтвердить личность для портала госуслуг. Как рассказал Максим Орешкин, в настоящий момент разрабатывается законопроект, благодаря которому, придя в многофункциональный центр, можно, подав одно заявление, оформить несколько услуг сразу за минимальное количество времени. Называется эта опция «Жизненная ситуация». Ну, МФЦ дают оценки не министры, МФЦ дают оценку простые люди. И если вообще в целом посмотреть на эту систему, то за последние несколько лет, в принципе, доступ простых людей к госуслугам, он качественно изменился. Если раньше нужно было бегать из одного окна в другое окно, из одного заведения в другое заведение, то сейчас это становится гораздо проще. И в этом плане мы сейчас будем работать над тем, чтобы еще упростить эту историю. Сейчас все-таки есть такой некий шлейф прошлого, когда люди работают по отдельно, получают отдельные госуслуги, но мы все прекрасно знаем, что иногда госуслуги надо получать в комплексе.